Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи. Всем привет! У вас там, наверное, уже Новый год. А у нас еще нет никакого Нового года. Хорошо вам. Да. А у нас есть зато великий философ, о котором мы собираемся поговорить. Я бы сказал, одна из совестей современной русской нации. Один из виднейших идеологов этой самой современной русской нации. Короче говоря, наше духоскрепное и домотканное все, а именно философ Иван Ильин. Его очень сейчас любят, и мы даже, наверное, поясним, почему. А пояснять-то мы будем, конечно, с Реми мастером. Реми, привет. Здравствуйте. Молодец, что не изленился приехать перед Новым годом. Это очень здорово. Да уж ради такого случая. Это ж Ванюша Ильин, это ж наше все же. Божечки. У нас вступление довольно долгое ко всему этому, потому что у нас, с одной стороны, Конституция, которая основной закон, установила буквально следующее: никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это статья 13, пункт 2. Однако, как нам представляется, такого не бывает, чтобы не было идеологии, потому что идеология есть всегда. Да, даже идеология если ты... это просто отражение от нашего этого строя. Это от любого. В виде идеологем всяких. Не, ну, потому что, а как? Как помнишь по этому поводу в замечательном романе от 1999 года Виктор Пелевин «Поколение П» писал, вложив в уста там ихние крыши бандита Вовчика Малого. А ведь мы, Россия, подумать даже страшно, великая страна, наш национальный бизнес выходит на международную арену, а там крутятся всякие бабки, чеченские, американские, колумбийские, ну ты понял. И если на них посмотреть просто как на бабки, то они все одинаковые, но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность, а потом был этот коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто не ясно, почему одни впереди, другие сзади. Да. Вот. По-моему, есть над чем подумать. Действительно, ну, настолько кричат про наше это своеобразие, вот, ну, домотканность. Страны, да, домотканность, пасконность и кондовость. Скрепность. Да, духоскрепность и прочее. Но при этом у нас... Соборность. Да, при всей этой соборности у нас все, вот вся политическая система передрана один в один с этого бездуховного Запада, который тоже при этом не устают полоскать. Постоянно праймерис, омбудсмены, смены. Да, язык сломаешь и т.д. и т.п. Лоббистов пока нет официально. И опять же, каждый раз, когда что-нибудь там, какие-нибудь зарплаты, пенсии там что-нибудь режут, передвинут, все время ты говоришь, а вот посмотрите, вот, ну, в Европе там давно уже так, и в Америке так. Вот, да, когда там менты особо ярко кого-то там по голове бьют. Что ж, в Америке он тоже, в Америке... Гораздо хуже. В Америке вообще стреляют. Скажите спасибо. Медаль вам дать за то, что вы нас не стреляете, что ли? Спасибо большое. Ну, ладно, не суть, да. Что об идеологии-то она есть. Идеология есть. Просто нам говорят, что ее нет, хотя она вполне очевидно есть. Она там местами в Конституции даже прописана. Частная собственность там и туды и сюды. Просто довольно странно, как это может быть. Некая формация, без дела вообще, даже не формация, Господь с ним, даже когда школьники собираются за школой, чтобы нахлестаться в водке, у них и то есть некая идеология за этим, вы понимаете, а вы говорите, государство без идеологии, такого не бывает. И вот у нас эта самая идеология, которая объективно должна быть, она вполне очевидна на таком уровне, как построение государства, не может пониматься интуитивно. То есть это просто такого не бывает. Ну, да. А вот легко обнаружить, где корень этой идеологии, кто ее озвучивает. Точнее говоря, кто озвучивает-то вообще понятно, с чего озвучивают. Потому что у нас Володин, который председатель федерального нашего собрания, постоянно цитирует одного философа, а именно Ивана Ильина. У нас Владимир Владимирович, я уж даже устал
считать его публичные выступления, где он или прямо цитирует Ильина, или к нему обращается, что вот как говорил Ильин. Так его удобно как раз цитировать. Он говорил, как будто вот эти лозунги готовые для вот этих порожняковых рекламных кампаний. Типа «люблю Россию», вот, «служу России», «Россия самая великая», вот, «о, Россия, она ого». Ну, конечно, а что-то ничего не цитировать. Ну, как у него на памятнике там что-то служил там. Сейчас даже процитируем, да, да, на памятнике. Да. Мне он сфотографирован. «Служу России, ее спасению, ее строительству, ее оправданию перед лицом Божиим. И А. Ильин». О, как даже дошло, что Россия что-то там накосячила перед Боженькой, ей надо оправдываться. Хорошо, что вот хоть он оправдывал, а то бы серный дождь давно пролился бы на нас, наверное. Да, а... помнишь, была о прошлом годе статья нашумевшая Суркова, «Долгое государство Путина». А, да, глубинные народы там. Всякие... Глубинные бомбы, да. Глубинный народ, да. Глубинный путинизм, да. Долгое государство. Она же вся построена буквально, да, на Ильине. Да, по Ильину. Если хоть только чуть-чуть... оттуда этого православного Аллаха убрали, которого Ильин очень любил. И вместо него глубинный народ сделали, который, впрочем, такой же непостижимый, вот, и там, и никто вообще не знает, что он хочет, кроме вот нескольких людей, которые вот по счастливому стечению обстоятельств как раз на мир. А они не понимают ведь глубинного народа, как он сам сказал, они не понимают, они его просто чувствуют. Да. Понимать это вообще невозможно. Ну, это неисповедимые пути Господни. И глубинно-народные. Да, и глубинно-народные. Потому что редкая, как известно, там редкая сволочь, ты летит до середины Днепра, и редкий философ вообще даже понимает, что такое глубинный народ. Не то чтобы понимать его, а у нас руководство слышит глубинный народ. И это, кстати говоря, вот все буквально один в один, буквально вот это все передрано с творчества Ильина. Угу. И я поэтому я считаю, к чему это, собственно, все подвожу. Я считаю, может, я ошибаюсь, конечно. Я считаю, что вот именно у нас Иван Саныч Ильин. Это и есть не интуитивное, а вполне осознанное понимание идеологии. Его не озвучивают, ну, вот так, что, знаете, давайте сейчас все будем в школе Ильина проходить и в Конституцию его запишем, так, чтобы все понимали, о чем речь. Но если хоть чуть-чуть разбираться, оно все именно из него, из Ильина, исписано, содрано, и его очень любят. У нас ПСС его когда издали? Так в 89-м году. А, даже уже в 89-м. Да, а, ну, да. Собственно, что, все понятно. Вот в 90-м его переиздали, кстати говоря, через год. Mm. Представляешь, раскупили с какой скоростью. Ну, а да. Тогда еще в 89-м тиражи-то были не то, что сейчас. Mm. Это сейчас за тираж 5000 экземпляров люди удавиться готовы, в смысле авторы. Mm. А тогда 5000 экземпляров это было, ну, просто, в принципе, что это такое. Я думаю, что у ПСС Ильина было несколько больше тираж. Да. В 90-м году открыли Уральский институт бизнеса имени Ильина, хотя какое отношение Ильин имеет к бизнесу, ну, я вообще не представляю. Он же известный стартапер сейчас. Если бы не большевики, он бы еще в 30-е годы бы сделал российский iPhone. А-а-а. Они все... Что характерно, мне как нравится, они вот очень любят большевиков вот этим попрекнуть, что ничем-то вы там полезным-то не занимались, нигде-то вы там не работали, а сами вон стахановцы, изобретатели и промышленники. И добро бы хоть по философии что-нибудь хорошее. А то ж вот фактически, вот, ты говоришь, современные у него передрали. Ну, а он передрал, это значит, Победоносцев плюс Достоевский. Чуть-чуть вот расцвеченные и чуть-чуть там еще про злых большевиков добавил, которых во времена Достоевского просто не было еще. А так все то же самое. Ну, да, потому что Ильин-то он относительно Победоносцева или тем более Достоевского младший коллега. Ученик. Да. Благодарный. Да. Вот, в принципе, в Санкт-Петербурге у нас, по-моему, в каком году, не помню, в каком году его открыли, есть православный и юридический фонд имени профессора Ильина. О. Вот так вот. Угу. Ну, это, по крайней мере, хоть как-то, потому что юрист-то он был по первому образованию, Ильин. Поэтому, ну, ладно, если вы так уважаете юриста, вы, пожалуйста, почему нет? Я только не очень понимаю, в самом деле, к бизнесу он никак. Никогда не занимался совсем. Вот, поэтому, да, Ильина у нас любит.
А, видимо, если просто говорить, вот, люблю Россию, служу России, да, хочу посмотреть, то у тебя бизнес, наверное, тоже в гору может пойти. Ну, посмотри, у нас сколько слуг России с, прямо скажем, очень неплохими бизнесками. А у некоторых вот, я даже чё и говорю. Бизнеска нет, а с благосостоянием почему-то все хорошо. Ну, вот все по Ильину строгому. Я помню, опять же, о прошлом годе у нас генерал Нацгвардии Золотов грозился в прямом эфире Навальному, как он сам выразился, зад напинать. А он разве не на дуэль его вызывал? Он, ну, на дуэль зад напинать. А, все, понял. Это, вот, это новая благородная такая дуэль. Да-да-да, с напинанием зада он ему грозился напинать. И он сам говорил, да, я, говорит, богатый человек. Но, однако, у генерала Золотова никакого бизнес-карта и нет. Но он служит России, любит Россию, любит Россию, перед лицом Божьим. Наверняка православный еще. Конечно. Же, да. И поэтому, естественно, у него, конечно, с благосостоянием вот ему все неплохо. Да, и послали. Да, да, да. Логично. Что же у нас можно сказать-то про Ивана нашего, душечку, Света Александровича Ильина? Он прямо с юных лет был очень сильно консервативно-религиозных взглядов. Чуть позже к ним добавились еще ярко выраженные националистические взгляды. Еще юнистические. Ну, сначала-то нет, потому что сначала он не успел ничего такого написать, потому что он мало вообще, он же юриспруденцией занимался. Там было еще не все ясно. И, может, конечно, где-то и тлели у него внутри, но это так, по крайней мере, вот так вот в первых работах не было явлено. Но было понятно, что он крайне консервативно-религиозен и националистичен. Но потом, когда появились большевики, вот он начал антибольшевистски публично высказываться. И вот тогда-то сразу, что есть большевики, нужно высказываться против них. Ну, а раз ты против, у тебя вот ровно вот на 180 откладываем на шкале. 180 градусов, конечно же. И, а там обнаруживается, да, крайний национализм и шовинизм. Сразу же. Потому что по-другому не бывает. Что дальше там по той шкале вправо ничего нет. Да, ну там дальше придется или в одну сторону, или в другую все-таки как-то улучшаться в сторону центризма. Вот. Если на 90% развернуться, будешь четко как наша знакомая Виктория Гарсия Берналь. Приличный человек. А если на 90, оп, получится Иван Ильин. Совсем плохо. Совсем плохо. За что, как ты помнишь, его в 1922 году посадили на философский пароход. И счастливый путь сказали ему, благословили его, и он отчалил. Давай, ищи своих, короче. В белую миграцию. Здесь тебе не рады. Да. А он своих-то нашел, и что характерно, прямо уже в 24-м году очень неплохо трудоустроился. Ровс. Ну, это его место работы конкретно называлось Русский научный институт. Угу. Вот. А организована она была, вот там не то чтобы прямо в РОВС, там еще немножко интереснее. Она организована была в тесном сотрудничестве с небезызвестной Лигой Обера, так называемой, которую организовал швейцарский адвокат Теодор Обер. Вот. И как раз общественный деятель, нам хорошо известный, Юрий Ладыженский. А Лига такая – это международное соглашение против Третьего интернационала. Антан интернациональ контр... или контр ля трозьем интернациональ. То есть, вот оно и есть. Закрыли, кстати говоря, только в 50-м году. Ну, долго простояло. Да, да. И вот что характерно, вот это просто нужно опять же понимать, чтобы вскрыть связи. Ведь, как у нас известно, связи все решают. Потому что скажи мне, кто твой друг, и идите оба нахер. Вот. А там собирались не просто крайне правые деятели, там в том числе собирались прямо фашисты. И более того, прямо нацисты. Очень охотно. То есть правее уже просто некуда. Не-не-не, там все уже. Дальше никак. Правее стенка. Да, да. И они прямо вот у себя в меморандуме опубликовали в 26-м году следующие задачи. Первое. Прекращение большевистской работы в пределах любого государства. Угу. Второе. Противодействие каждого нового признания советской власти. Ну, мы помним, что там после Рапальской конференции все плюнули и решили, что так как бизнесок все равно делать надо, а теперь вместо императорской России есть советская Россия, придется делать бизнесок с ней. Все хором принялись признавать советскую Россию, а этого допускать было нельзя. Как Маргулис этому бывшему министру юденическому по поводу этих признаний и непризнаний говорил английский бизнесмен. Он говорит, я с ним завтракал. Он говорит, пока не признали,
но торговать будут, а значит, вопрос о признании, он просто сам собой возникнет. Дальше признают. Ну, вот они, конечно, недовольны были. Как так? Это, кстати говоря, такой плевок прямо из прошлого в сторону современных наших властей, которые борются с Западом. А Запад что-то берет, какие-то санкции, ничего не признают. А тут прямо конкретно коммунисты, совсем не друзья буржуинов, а что-то их все признали разом. Что-то странно. Что-то странно как-то. Вот, дальше, конечно, номер три. Они ратовали за скорейший разрыв дипломатических отношений с Советской Россией. Это прям обязательно. Понятно. Что, где признали, пусть, короче, распризнают. Распризнают. Да. Четвертое. Это соглашение между правительствами для международной борьбы с большевизмом. И пятое – ликвидация Коминтерна в обязательном порядке, как агента влияния советского правительства. При этом не надо забывать, что как Солженицын наш великий, наша вторая совесть или первая нашей нации, говорят, что все эти антисоветские организации, их вообще придумал Сталин своей этой маразматической, параноидальной этой шизофрении. Что было с кем бороться, что ли? Ну да, конечно. Даже просто так-то убивать вообще не камильфо, как-то если ты просто на улице начнешь людей хватать. А так хоть понятно сразу, вот он шпион там или типа того. Кстати говоря, вот там некоторые пассажи, которые в меморандуме прослеживаются, вот такое ощущение, что их писал именно Солженицын. Хотя мы отлично понимаем, что писал-то их Ильин, но построение фразы, некоторые слова, которые там используются, вот прямо чисто фразеологически, вот полное ощущение, что писал их Исаевич. Просто послушай. «Перекидной огонь из Москвы в Китай свидетельствует, что большевики нащупали брешь, через которую цивилизации можно зайти с тыла». Это, то есть они к цивилизации это не относятся, как бы. Нет, это перекидной огонь. И Китай тоже. И Китай нет, да, конечно. Да. Какая же цивилизация, да, ты да, чего? Нет, ну действительно, они же не православные, я забыл. Пардон. Обознался. Китайцы так получилось, что они придумали к 13 веку математику, которая в Европе появится только в 17 веке с Декартом и так далее. Ну и помогла ли им эта математика? Благодати-то нету. Благодати равно, нету. Нету. Ну, вот понимаешь, вот чувствуешь перекидной огонь, брешь и зайти с тыла. Это же вот прям натурально, как Солженицын пишет. Особенно перекидной огонь. Да, прямо фразеологическое совпадение. Он тоже изобретать, оказывается, любит всякие эти словечки. У меня такое вот ощущение, вот я Исаия, господи боже мой, Саныча-то Ильина, я читал первый раз, так вдумчиво, я тогда еще был такой очень верный тоже консервативный и религиозный, а также довольно националистичный. Еще в школе это было. Я еще в году 92-м, наверное, 93-м читал. Да, где-то так. И позабыл. Формулировки-то многие. А вот сейчас бросился перечитывать, уже изрядно пробавившись Солженицыным. Чувствую. Оно. То есть, видно, Исаевич-то косплеил кого? Ну, понятно, кого. Он же, видимо, хорошо знал этого самого Ильина творчества, и ему очень нравилась такая старорежимная система выражаться. Ну, как бы спонтан там по-старорусски, да, вроде как. А потом говорит, что кто так не умеет, тот, мол, русского языка не понимает и не чувствует. Да, да. Ну, вот он, да. Ну, правда, конечно, нельзя отнять, что Ильин-то изъяснялся куда более складно, чем Солженицын. По крайней мере, Ильина читаешь, вот буквально один абзац, второй, пятый, шестой, и ты понимаешь, что они все логически увязаны. Да, это, по крайней мере, есть, это точно. Как у Солжа там туда-сюда мысль не скачет. Да, они логически увязаны, последовательны. Вот есть начало мысли, есть середина, есть конец, есть вывод. Mm-hmm. Это все понятно, можно буквально в трех предложениях сделать некий компендиум, некое резюме составить. Потому что уж чего-чего все-таки. Да, все понятно, что хотели сказать, а в гимназиях и вузах-то в Российской империи высшее сословие неплохо учили, прямо скажем. Вот по нему прямо видно, что учили хорошо. По крайней мере, писать и логически рассуждать научился нормально. Что, правда, из этого вышло? Сейчас увидим. Да, так в общем, короче говоря, это сердечное соглашение, практически Антан Кордиаль, третье против интернационала, которое было придумано. Как мы понимаем, они не просто
призывали бороться с большевизмом, но и отказывались считать Советскую Россию за часть цивилизации. Вообще, то есть это дикость, варварство, монгольская. Черная дыра какая-то. Черная дыра, монгольская орда. И, естественно, Лига, она теоретической работой недолго ограничивалась, потому что как только появились фашисты и занялись практикой, они в эту практику довольно быстро и включились. Вот, ну а вот Ильин-то, собственно, он с Ровсом, да, сотрудничал. И выступил, как мы помним, в общем, одним из ярчайших, а может, самым ярким идеологом этого самого Российского общевоинского союза Петра Александровича Врангеля. Их завиральные черносотенные идеи он лучше всех и красивше всех излагал. Да, да. Я просто к чему? Я к тому, что трудоустроили-то его ловко в другую организацию. То есть, в Ровсе-то он зарплату вроде как не получал, а вот в институте в русском получал очень даже. И вроде как ни при чем, ты понимаешь, он чисто философией занимается. Ну, да, нельзя тебе сказать, что ты за деньги там свои пишешь, там кого-то облизываешь. Конечно, нет. Хотя у меня другое место работы вообще. Да. Ребята, а там я для души. Трудовая книжка у меня вот где. Я люблю, служу и это перед Богом оправдываю Россиюшку. Да. Ну, оправдывать-то понятно за что, там же большевики. Теперь же нужно не только любить и служить, а еще и оправдывать. А вот смотри, в 22-м году, что у нас произошло в Италии? Правильно, Бенито Амилькаро Муссолини наш, так сказать, дорогой, пришел к власти. И вот тут-то, и это прекрасно. Я считаю, это просто прекрасно, потому что Иван Саныч Ильин вскрылся, по полной вскрылся, и он прям вот показал, чем белое движение отличается от фашизма. И он написал отличные письма о фашизме, их там целая серия таких даже не то чтобы статей, заметок скорее, которые некоторые по размеру до статьи, в общем, вполне себе доходят, некоторые, правда, нет. Писал он их с 25 по 26 год, размышлял. Да, и надо обратить внимание, что он потом от этих мыслей-то не отказался. То есть, если кто-то подумал, что он вот в 20-е это писал, а потом резко передумал там или типа того, ну, хотя в 30-е, когда там в Германии там понеслось, уже совсем весело, может, он тогда там типа передумал. Нет, он не передумал. Он, правда, после войны, когда высказывать прямо про фашистские идеи стало опасно, потому что за это статья полагалась. Уже не только в Союзе, да. Да, где-то лет через 20, в 46-м году он тоже написал некие свои мысли, мы там дальше их процитируем, где он выразил разочарование. Он не отрекся от этих мыслей и идей, он разочарование выразил в том, что они так плохо как-то вот воплощались. На практике, да. Да, то есть, такие хорошие идеи были. А все испортили. Да. Почему Гитлер не хотел Россию спасать? У него, по-моему, там вот основное вот об этом ноет. Да. Что ж ты Россию-то не спас? Мы же думали, что ты Россию спасать будешь, а ты нет. Вот ты какой нехороший. По поводу Бенито и Муссолини Ильин писал так. Это на самом деле настоящая такая хорошая апологетика. Если это немножко зарифмовать в стихах, это получится примерно как песня о Роланде описывает Карла Великого. Вот почти. Его политика пластична и рельефна. Она состоит из личных поступков, ярких, законченных, самобытных и часто со стороны неожиданных. Но эти личные поступки всегда, суть в то же время, деяния руководимых им масс, и притом организованные. И на ходу все еще организующееся деяние. Муссолини присущ дар политического скульптора. Оригинальное завершающее дерзновение микеланджеловской традиции, а? Каково? Красота. Непонятно, правда, в упор, в чем политика Муссолини нам заключается, в чем его идеи заключаются, как он их в жизнь проводит, но красиво, как Микеланджело. Микеланджеловская традиция. Скульптор он политический. Скульптор политический. Рельефная. Была. Вот что я понял про политику. Она была рельефная. А бывает не рельефная, бывает снивелированная. Очевидно. Хрен его знает. Кстати говоря, вот где-то тут у него было. А, да, вот. Она состоит из личных поступков, ярких, законченных, самобытных, и часто неожиданных. Это, между прочим, типичный парафраз для Ильина. И забегу дальше, скажу, вообще для всех философов идеалистической школы, потому что они за какими-то, причем хуже того, не просто идеалистической, а субъективно идеалистической, потому что они вообще за поступками тех или иных деятелей и событий
и процессов, стоящих за ними, не видит. Все делается только то, что вот захотел дядя Муссолини, хороший, как мы видим, сделать хорошо, и сразу все пошло хорошо. Ну, очень удобная точка зрения. Если что, потом можно все спихнуть на одного дядю Муссолини. То есть, да, дядя испортился, да, и все испортилось. Он был хороший, стал плохой. Да, да, четко. А идеи классные наши. Муссолини, вот это классность, одна из моих любимых цитат. Муссолини далеко не всегда мог ясно сформулировать и обосновать свою программу. Программа в кавычках. Угу. Это правда. Я много читал и слушал Муссолини. Он в самом деле далеко не всегда мог четко что-нибудь выразить. Орал, правда, вот. Да, орал и выступал публично он как боженька. Вот это отнять нельзя. У Муссолини просто что было хорошо? Харизма. Это у него харизма. Именно вот публичное выступление поставлено было на высочайший уровень. Чего сказать хочет, непонятно, а за душу берет. И про жизнь все сразу понимаешь. Ну, Шаламову понравилось, помнишь? Да. Как раз такое любил, чтобы за душу брало, чтобы было много аргументов, и все они были яркие. Вот, точно. Им, Муссолини, то есть, руководит скрытый, но внутренне жгущий его, хотя и смутно осязаемый им идеал, волевой миф, который может однажды стать реальнее самой действительности. Ему Муссолини предан цельно, религиозно, насмерть. Отсюда его чувство собственного предназначения, неколебимая вера в свои идеи и то, характерное для него, сочетание вечной внутренней накаленности с властной спокойной выдержкой, которая так безмерно импонирует окружающим. То есть, видимо, Муссолини ему очень понравился. Да. И он еще как рентген прям просветил. И увидел жгущее внутри. Да, что там внутри жжется. Соды можно попить, когда внутри что-то жжется. Да, теперь, правда, есть, как его называют, Мизим, например, он гораздо лучше. Ну, он нам денег не носил за рекламу. Да, и вот что очень понравилось сразу, вот сразу буквально с первых писем, что очень понравилось Ильину, это то, что фашисты в Италии взялись бороться с масонами. Вот ты не знаешь, а чё так масонов-то никто не любит? Это же просто клуб по интересам. Ну, мне не просто знаю, не очень это понятно. Я как читал, там эти, ну, тамошние итальянские полицаи писали сводочки, что революция в России кто очень на тамошнее быдло плохо повлияла. Так. Ну, то есть, там вот могли там вот увидеть, зайдут в магазин, увидят, что цены опять там подняли. И раз этому спекулянту, что ух ты, спекулянтская рожа, блин, еще подожди, Ленин на тебя будет, сейчас скинем тебя в море нафиг. Или когда там кого-нибудь там увольняют, тоже такие разговорчики пошли. И движение уже пошло. Там пытались какие-то советские корабли из РСФСР арестовать. И там тупо им грузчики не дали в порту это провернуть дело. В общем, я думаю, что без масонов тут явно не обошлось. Не, просто... куда делось у этих самых итальянского быдла, куда делось чувство ранга, о котором так и Ильин любил рассуждать? Чувство ранга исчезло куда-то, это явно происки масонов. Просто если уж вы не любите масонов, так вы вспомните, что у вас, ну, если не все, то, наверное, 90% высшей аристократии все когда-то были масонами. Ну, это ж аристократия. Ну, она ж православная и аристократичная, ей все нипочем. Они хоть в масоны, хоть куда могут. Кроме... То есть не проймет никак. Ну, кроме большевиков. Если большевики запишутся, наверное, проймет. Ну, наверное, да. Уже не выдержит. Наверное, а масон да. – это пожалуйста. Ну, вот князь Трубецкой, цельный князь, между прочим, родственник Рюриковичей, записался в декабристы в свое время. Ну, конечно, не в большевики, но уже почти. Ну, тоже же чувство ранга пропало. У них у всех. Надо вот к этому, кстати, вернуться. К этим чувство ранга, национальное единство там и прочее. Или это потом разберем, да? Ну, это про это скажем. Пока да. Мы же хронологически идем, ага. Последовательно. Угу. Ну и, конечно, очень понравилось, что Муссолини яростный антикоммунист. Это Ильин, естественно. В первую голову. Можно не говорить, что ему это понравилось. И так понятно.
Вот, мне, правда, немножко странным показалось, что Ильин отказывает вождю итальянских фашистов в отсутствии формулировки какой-либо слитной доктрины. Потому что, по-моему, доктрина была выражена Муссолини предельно слитно в книжке, которая так и называлась. Там название было слово «доктрина». Да. «Эль доктрина фашизмо». Вот, она, по-моему, там очень четко сформулирована, его доктрина. Кстати говоря, эту книжку Ильин точно читал, и, что важно, читал он «Майн Кампф». Угу. Другого теоретика и практика известный фашизма, да, мы все его знаем, Адольф Лоизич Гитлер. И вот что удивительно, вот не знакомство с доктриной фашизма, а вот именно знакомство с «Майн Кампф» – это прям такой переломный момент, ну, наверное, второй переломный момент в философской судьбе и самой философии Ильина. Великие вехи. Сначала Муссолини, потом Гитлер. В общем, отлично развивался он как философ. А до этого победоносцев. Да, нет, это началось-то, конечно, все просто с русской православной идеи, строго монархической. То, что Ильин всегда был монархист и вождист, это понятно. Он не изменял этому идеалу до конца жизни, и правда. Но вот его этот национализм, он нашел свое крайнее выражение в его философии вот сразу после того, как он пробавился «Майн Кампфом». Это просто видно по хронологии, что вот, вот видно, что пробавился «Майн Кампфом». Да, он до этого тоже был, конечно, националистичен, но тут он стал еще и шовинистичен до предела. Ну, видимо, увидел, что так можно. Да, он сообразил, что о, какой нормальный, нормально-то как выдает. Так, правда, некрасиво. То есть он так здорово, как сам Ильин-то, выражаться не умеет. Да. Да, по поводу монархизма. Вот как раз как философ-идеалист Ильин базу монархизма определял в естественном чувстве ранга. Это цитата. Вот. Это нравственное чувство. Одно из них – естественное чувство ранга. То есть это, ну, раз мы говорим естественно, это значит, что это просто присуще природе человека. Да. То есть, говоря проще, товарищи зрители, вот если кто-то из вас вдруг когда-то у него возникнет желание, например, поспорить с начальством или еще даже обругать его или что-нибудь в этом роде. Или нашего, даже там, мысленно. Да. Или вот у вас плохие мысли, когда вы какую-нибудь прямую линию с каким-нибудь из наших там отцов-основателей смотрите, у вас плохие мысли возникают вместо просто чувства безграничного почтения и трепета, то значит, у вас нет чувства ранга. А поскольку у вас его нет, а оно естественное, значит, вы как человек немножко бракованный. И вас, ну, в хорошие времена, наверное, лечить, а в плохие, когда времени нет, куда их? Известно куда. В топку. А лечить, что характерно, лучше всего розгами. Да, оно очень так помогает. Чувство ранга сразу впитывается с кожей. Да. Другое чувство, которое, опять же, интересно, как это у Ильина так получилось, но по Ильину, естественно, это чувство внутренней дисциплины. Не знаю ни одного человека, у которого было бы естественное чувство дисциплины, только если его сильно воспитывали и лупили по жопе. Вот тогда да, у него появляется чувство дисциплины. Нет, опять же, хочешь, захотелось тебе бастовать, например. А ты раз себя и одернул. Вот, а ты должен, да, сразу твое внутреннее чувство дисциплины, как у нас же нигде там забастовка-то в режиме-то не расписана, так же нельзя. И опять-таки, если у тебя этого нет, то ты опять же бракованный, да, со всеми вытекающими. То есть, если это естественно, то ты противоестественный. Да, ты противоестественный. Ты просто, блин, это ошибка природы. Ужас. Да, мутант. Да, и, конечно, важнейшее нравственное чувство – это чувство сплочения нации. Ну, как у нас он День национального единства. Вот. Короче, нас его многие всерьез не воспринимают, а вот нужно в законы просто написать, чтобы воспринимали серьезно. А кто ослушается, тот опять же в третий раз его бракованный. Потому что это чувство естественное. Что ты хочешь объединиться. И вот у Ильина, конечно, случился некий надлом, потому что, вот посмотрите, естественные чувства. А все понимают, что если общество в основном состоит из противоестественных особей, оно не может вообще существовать, оно будет самоуничтожено. А вроде бы как ничего такого не происходит. То есть люди-то живут, что-то даже производят, как писал
Булгаков, по трубам текла горячая вода, а в проводах электрический ток. То есть, вот что-то такое, да? А при этом все старые монархии к чертовой матери рассыпались. То есть, не помогло ни чувство сплочения нации, ни чувство ранга, ни внутренняя дисциплина, ни право сознания, наконец, вот ничего не помогло. А однако почему-то общество работает. Как-то нужно помирить два факта. Ильин... Как же он выкрутился? Так вот, как раз он не был бы великим философом, если бы ловко не поженил это, оправдав фашизм. Угу. Потому что, смотрите, да, старые монархии кончились, но вот посмотрите, есть выход, есть их развитие, есть новая, новая монархия. Вот такая вот фашистская. Правда, она же не от боженьки танцует. Вот это плохо. Вот это плохо. Вот это, да, пыль. Вот ну, это, кстати, плохо. Говоря, очень плохо. Но это же понятно, что метущиеся люди, далекие от Бога, или, по крайней мере, не настолько близкие к Богу, как правильные православные, они пытаются нащупать правильный путь, и они, и в общем-то, вот его уже, да, практически уже нащупали. Только вот, понимаешь, не хватает того, чтобы внутри было православие. Если бы оно было, было бы все гораздо лучше. Это был бы фашизм вообще прекрасный. Конечно, конечно. Что характерно, если посмотреть работы Гитлера, правда, теперь у нас нельзя смотреть работы Гитлера, по-моему, это большая глупость. Я вообще не понимаю. Я не могу себе представить, чтобы какой-то человек реально проникся фашистскими идеями, прочитав «Майн кампф». Потому что вот его можно только заставить читать, если вот тебя вот нереально в школе будут навязывать, что пока не прочтешь со мной. И не выучишь. Аттестат на тебе не дадут. А так вообще это ужас просто. Так вот, лучше уж Ильина в натуре читать. Ну, по крайней мере, да, он красивше излагает, да. Гораздо красивше. Можно некоторые оборотики почерпнуть красивые, вот, своровать их, потом к себе в тексты вставлять, как Сурков. Так вот. И «Майн кампф», и «Доктрина фашизма», и работы Ильина, они все используют очень схожую фразеологию. То есть, фразеологию нации, почвы, крови и воли. Блют und Боден. Вот-вот-вот. Оно все вот прямо один в один. Ну и, конечно, как мы понимаем, что и фашизм, и нацизм, как проявление фашизма, они все были врагами моего врага, то есть врагами Ильина, а значит, естественными друзьями. Союзничками. Союзничками. И вот к 28-му году Ильин долго думал, это сколько получается, он с 24-го года в этом самом русском институте, 4 года, получается, прошло, правильно, и он, наконец, додумался и написал очень важную статью, я ее прямо от корки до корки добил, называется она «О русском фашизме», издавалась она в журнале «Русский колокол», журнал волевой идеи, вот так вот, его обычно называют просто «Русский колокол», давайте полностью название вспомним «Русский колокол», журнал волевой идеи, там, собственно, Ильин был главредом, он же был издателем и вместе со своей женой одним из основных вообще авторов. Так вот. Это очень интересная работа, которая, по-моему, даже важнее, чем у нашей идеи, наших задачах и прочее. Почему? Потому что именно в этой работе довольно объемной Ильин доказывает, причем логически, что важно, не противоречиво. Я, по крайней мере, со своей колокольни ни одной логической натяжки найти не смог у него. Он в самом деле, так как юрист, с логикой у него с формальной был полный порядок. Так вот, он доказывает полную идентичность белого движения и нацизма. Вот корень белой идеи и фашизма вот Ильин видел в реакции на разрастание разнообразных леваков. Вот это было у него так выражено. В мире разверзлась бездна безбожия. И, внимание, очень интересно, свирепой жадности. Проклятые жадные нищеброды. Да. Ух, блин, хотят чужие поместья себе забрать. Ух, негодяи. Современное человечество отзывается на это возрождением рыцарственного начала. Белым движением является движение рыцарственных людей, объединенных религиозным духом, дисциплиной и жаждой служения Отечеству в опасные этапы жизни общества. В кризисные времена на страны накатывают волны безбожия, бесчестия, ну и опять жадности. И других душевных пороков, которые и являются причинами революционных потрясений. То есть,
это душевные пороки. Ну, как мы видим, противоестественность. Ну, да. Как крестьянин, друг, вместо того, чтобы кланяться барину, говорит, отдай мне свои поместья. Отдай мне свои угодья. Я на них буду это, пахать их. Это что вообще такое? Ну, мало ли, что ему кушать не хватает, ну и что? А как же чувство ранга? Чувство ранга. И потом Достоевский же написал, что делать, когда тебе не хватает ну, покушать. Нужно молиться надо. Нужно пойти за помойку, там свернуться, блин, и все, и к Иисусу на елку через некоторое время отправишься. Так вот, рыцарственное белое движение борется с этими дьявольскими проявлениями для спасения Отечества. Хорошая тема вот так вот этих вот боевиков там это ну, накручивать, чтобы они потом полпредов отстреливали. Хорошо, что ты, блин, прям против самого дьявола борешься. Это напоминает очень сильно этот, нашу одну организацию, которую нельзя называть ИГИЛ-ШМИГИЛ. А, так это же, да. Господи, это напоминает в первую очередь не ИГИЛ-ШМИГИЛ, а их сильно давних предшественников, а именно ассасинов да, исмаилитов. Да. У них же там темы-то были один в один, только нужно поменять тут кое-что, некоторые фразы и названия переставить. А так как он ни разу не упомянул имя Иисуса Христа, так Бог же это переводится прямо на арабский как Аллах, то, в общем, нормально так совершенно. Можно даже и ничего не дополнять. И ну там вот про белое рыцарственное вот это вот надо, конечно. Там как-то нужно по-другому. Там зеленое джигитское или как-нибудь так. Типа того, да. И вот тут дальше охрененно. Оказывается, мы еще лучше. Ну, в принципе, что оказывается, так это и так понятно, что мы гораздо лучше итальянцев и немцев. А вот почему. По причине православия. Белое рыцарственное движение впервые появилось в 1917 году в России, а затем распространилось по миру как ответ на угрозу коммунистических революций. Фашизм является итальянской светской вариацией белого движения. Русское белое движение более совершенно, чем фашизм, благодаря религиозной составляющей. Ну, то я так и думал. Конечно. А то... Как же вы хотели? Если бы у эсэсовцев были эти надувные складные эти храмы с собой, они бы, наверное, до Москвы быстрее добежали бы. Конечно. Ну, потому что появление надувного алтаря на поле боя сразу плюс 80 к морали, прям тут же. Там плюс 10 к стамине и на демедж плюс 15. Да, и к изумлению маршала Жукова плюс 100. Что это? Пока они бы одуплялись, что это такое, вот бы их и вырезали. Да. Ну, конечно, если отвлечься от свирепой жадности, о которой сожалеет Ильин, то вот ты правильно в самом начале сформулировал. Ильин тут вообще никакой не новатор. Это не он придумал. Это все придумал Костя Победоносцев. Причем, вот, ну, не скажу, что слово в слово, но смысл однозначно тот же. Все это он уже писал. А вслед за ним это бубнили черносотенцы. В многочисленных своих выступлениях, в писаниях. В разных вариациях, короче. Так точно. Так или иначе, это все было. Вот, пожалуйста, Иоанн Кронштадтский регулярно высказывался об этом с точки зрения божественной. Угу. Вот, вроде как не святой человек, ему уж теперь даже плохо сказать нельзя. Да, конечно. Потому святой что... человек, он там это самое приедет на личном пароходике в этой шелковой рясе, блин, и давай это обличать свирепую жадность всяких нищебродов, которым хлеба подавай, видите ли, им кушать хочется. Да, но тут-то, конечно, вот конкретно... Если мы посмотрим чуть-чуть раньше, на время до Октябрьской революции, а вот как раз на промежуток с 1861 до февраля 17-го, то мы же увидим главного двигателя разнообразных течений в это время – это буржуазию. А вот уж кому как далеко естественное чувство ранга. Так это буржуям. Буржуям чувство ранга вообще неведомо. Какое там... Ну да, чувство это ранга. Чувство ранга, это вообще такая феодальная темка, потому что да, в кап-стране все-таки тут как с чувством ранга, тут непонятно, что дальше будет. Конечно. А вдруг ты завтра разоришься, например, и что тогда? А этот наоборот. Как мне к тебе относиться? На твое место влезет вон тот Вася. Или нет? Или его надо уже. Короче, это труднее уже намного. То ли дело вот при феодализме. Ты родился в сословии, и все, у тебя дорога прописана вплоть до могилы уже.
с какой музыкой тебя похоронят. Ну, конечно, понятно, что есть всякие... У него есть нюансы, туда-сюда, конечно. Но в основном для 90% это оно вот так обстоит. В основном все понятно. И с чувством ранга тоже все понятно. В этом отношении феодалы были страшно честные, потому что они прямо так, как у них все общество и экономика были основаны на внеэкономическом принуждении, они прямо говорили, что вот я еду на коне... А ты ломай шапку, потому что если ты не будешь так делать, я тебе дам сапогом в морду, и фиг, что ты сделаешь мне в ответ. Ну, а если попытаешься, тебе дадут уже не сапогом в морду, а алебардой по хребту, например. Вот посмотришь, что лучше. Приедет тебе на дом, да, карательная бригада, и вот научит тебя чувство ранга. Вот, поэтому, когда так происходит на протяжении поколений, чувство ранга само воспитывается. Ну, по крайней мере, в первом приближении, это, к сожалению, для Ильина чувство не имманентное человеку, что удивительно. В России хорошо воспитали, как читаешь, там настолько этих бедолажных крестьян зашугали, что они действительно при появлении именно одной кокарды сразу на всякий случай на колени бахались, как бы не застрелили. Что характерно, вон американцев сейчас так муштруют. Что появился мент, все, ты лег на грязный асфальт лицом вниз. И не дергаешься. Да, и не дергаешься, потому что да, чуть-чуть покажется, что ты дернулся, и сразу можно тебя застрелить. Тут тоже так чувство ранга можно воспитать со временем. Так вот, и об этом-то, собственно, в том числе сокрушается Ильин, говоря в том числе, он очень не любит торгашей, он очень не любит эту свирепую жадность, потому что свирепая жадность, она присуща, конечно, далеко не только этим бунтующим быдланам, но и торгашам. Но вот тут конкретно у Ивана Александровича вкрадывается ошибка, правда, не логическая, а это ошибка эмпирики, ошибка наблюдений. Он же когда писать-то начал? Ну, по большому счету, в начале 20 века. То есть он чуть-чуть там не успел до революции. Все-таки он довольно молодой так к тому времени был. А он эмпирически не выявил вот чего. А именно, что с 1861 года вообще-то всю монархическо-охранительскую риторику оплачивали буржуи те самые. Но... Потому что страна-то стремительно капитализировалась, и деньги-то в основном все были у буржуев. Они должны были, повинуясь чувству ранга, их смело отдавать благородным рыцарям. Так они их и отдавали. Правильно делали. Вот. Это и не заслуга даже твоя никакая. Это просто обязанность. Видишь ли, это, конечно, их обязанность. Но они как-то очень странно буржуи трактовали свою обязанность. Потому что деньги не отдавали. То есть, они их просто купили в итоге. И самого-то Ильина, как идеолога монархизма, его тоже оплачивали буржуи. Вот в чем дело. Ай-яй-яй. Потому что, ну а где бы они в России нашли бы какие-то не буржуйские капиталы к началу 20 века? Причем хуже того, это были не просто буржуйские капиталы, а процентов на 70-75 еще и иностранные буржуйские капиталы. Вот в чем дело. Вот, поэтому вот породнил их внутри себя Ильин довольно плохо, потому что там у них вместе есть только то, против чего они, а конкретно они против коммунизма. И вот тут конкретно они философии Ильина вот так вот на этом довольно тонком стержне соединены. Потому что я сразу вспоминаю старый анекдот, довольно смешной, как, значит, какая-то очередная французская революция, ну, не первая, именно что очередная, и в камеру прямо к арестованному какому-то там социалисту кидают старорежимный элемент дворянина. Прям сразу видно, что дворянин. Лицо такое прям очень благородное, прям ногти полированные, прям, в общем, ужас вот такой. И прямо раз туда его к социалисту. И социалист сразу дворянин такой: «Ух ты ж, господи, свят, свят». А дворянин говорит: «Что вы так шарахаетесь, милейший? У нас классовый враг один. Вот там это буржуи». Ну, как мы понимаем, это дружить против кого-то это очень удобно, но опять же, это очень шаткое основание. То есть, это нужно понять, что несмотря на фразеологию, это именно буржуйский идеолог, это не монархический идеолог, это просто у него риторика монархическая. Ну, конечно, блин, а куда бы он свою монархическую риторику в 20-е годы продал -то кому? В воздух уже просто ее там изрекать. Понятное дело. Так вот, самое главное, что в Саныча подкупает, это его честность и прямота, потому что вот фашизм является итальянской светской вариацией белого движения, ну, конечно, это про русское белое движение, только о нем речь идет сейчас,
Вот, поэтому, когда сейчас цитируют прямо с высоких трибун Ильина... Вот это надо цитировать. Вот хорошо, это... блин. Это обидно же, Даша. Да, хорошая цитата. Незаслуженно забытая. Можно ее на фронтоне повесить, блин, этого вон, института бизнеса заодно. Да. Чтобы знали, чему там учат. Да. Не только бизнес, наверное. Вот. Ну, конечно, Ильин писал довольно много, много какие коррективы вносил, но от главного он не отрекался, что вот это тоже важно. Русское белое дело совершения фашизма по причине глубокой религиозности, ну, то есть православности, естественно. Вот. И что важно, мы же не забываем, что Ильин националист, а русский националист, и он требует идти уникальным путем, не пытаясь низкопоклонствовать перед Западом. Вот, потому что, тем более, это он должен перед нами низкопоклонствовать, потому что они у нас фашизм подрезали. Да, и теперь спасутся от коммуняк. Вот, теперь пытаются спасаться, правда, криво, потому что там с религиозностью плохо. Ну да. Вот. Кстати говоря, я, правда, даже не знаю, за что они так обижают, например, итальянских фашистов, там, по-моему, у них с религиозностью был порядок. Бенито Муссолини постоянно говорил, что, в принципе, так как церковь против всех этих самых восставших хамов, то они да. нормальные совершенно. Хорошие, нашинские. Нашинские. Наши буржуинские. Конечно. И более того, даже у Алоизыча было все в порядке с религиозностью. Она конкретно с католической религиозностью был небольшой непорядок. А вот вообще с религиозностью там все было нормально, потому что религиозность-то бывает самая разная, как мы понимаем. Не обязательно для этого перед крестом лоб расшибать, чтобы быть религиозным человеком. Можно на Тибет куда-нибудь поехать. На Тибет. Там найти. Да, спорил викинг и раввин, бог один, и он не один. Один бог, и не один. Вот. Это же что, они там про другое просто начали думать, вот и все. Да, так, собственно, не только религиозности бывает много, так и фашизмов бывает вариантов масса. Потому что в Германии нацизм, в Италии, собственно, фашизм, в Испании франкизм. Но это все фашизм, потому что у них единое определяющее качество, потому что это прямая открытая диктатура наиболее реакционных шовинистических кругов финансового капитала. Вот, а это уж в свою очередь вот товарищ Димитров хорошо расписал в своем знаменитом докладе, что вот какой у тебя финансовый капитал, такой будет и фашизм. То есть, например, там в Германии он один, то что там Крупп, вот, в Хохляндии там Порошенко, там другой будет фашизм, он по-другому будет выглядеть. Ну, например, да, в Италии никакого антисемитизма не было даже приблизительно, да. А в Германии очень даже был. И почему-то думают, что это и есть, собственно говоря, вот это вот нацизм, а это, извините, фашизм. И даже такой умный, глубокий человек... Ну уж прямо скажем, очень хороший ученый, как Умберто Эко, который писал свою книжку про фашизм. Да, я удивился, я его определение фашизма почитал и прям думаю, как он такие хорошие книжки записал. Определение, ну, глупейшее, там под фашизм вообще можно что угодно. Юлий Цезарь по этому определению, вот, типичный явный фашист. Явный фашик. У него там все признаки эти были без остатка. Так он в том числе вот определяет... Что, вот смотрите, вот например, антисемитизм фашизму вообще не свойственен. Вот Умберто Эко, даже более того, это же не определение у него вообще, это набор признаков, которые он вычленил. А признаки-то могут быть самые разные. Я уже устал об этом говорить, что по признакам ничего определить нельзя. Признаки – это чисто эмпирическое наблюдение над моментом времени. Во времени эти признаки могут меняться. Это же ужасно, но если бы фашизм, например, победил там, в 45-м году, там, в 46-м, по всей планете Земля, то, вы представляете, у него бы тоже поменялись категорические признаки, потому что ему бы перестало быть с кем бороться. У него военная угроза бы пропала, и милитаризм сразу перестал бы быть свойственен и фашизму, и нацизму. А, собственно, против кого держать такую ораву танков? Спрашивается, нахрена? Да, осталось бы партизан только давить. А это вот для этого танки не сильно нужны. Другая техника нужна. Ну, пришлось бы другой что-нибудь для крупа придумать ему же. Сталь-то надо толкать. Ну, ты понятно, я к тому, что конкретно вот такой признак пропал. Ну, да. Там он, по-моему, военные парады даже приписал, насколько я помню. Да. У него даже есть парады устраивают, значит, у тебя вот этот признак фашизма. Не, ну это точно. Это Римская империя, это конкретно фашисты, потому что они обожали парады и, более того, там готовы были покусать друг дружку за триумф. Авторитарный этот лидер у них харизматичный был. То один, то другой. Да, и вот что важно, вот что Ильин
молодец, опять же, ну, в силу того, что у него с логикой-то полный порядок был, вот конкретно он, на заметку современным всяким идеологам, он фашизм от нацизма не отличал. Говорил, так это одно и то же. Одно и то же. Ну, там вот понятно, сразу видно, в корень зрел. Понятно, какие-то есть там свои эти самые финтифлюшки, завитушки, но по сути это одно и то же. Вот. И, повторюсь, и белое это движение, он прямо говорит, и это тоже одно и то же, только лучше. И вот смотрите, в 1933 году приходит Гитлер к власти, и Ленин немедленно пишет статью, кстати, тоже очень показательную, которая называется «Национал-социализм. Новый дух». Угу. Вышло оно в издательстве «Возрождение» аж в Париже, в самом. Хоть не святой дух. Ну, а может и святой, но новый. Угу. Причем интересно, что в статье он даже националистические эксцессы оправдывал. Угу. Вот что. Но правда замечал, что это именно эксцессы. Угу. Дело было так. Европа не понимает национал-социалистического движения. Не понимает и боится. И от страха не понимает еще больше. И чем больше не понимает, тем больше верит всем отрицательным слухам, всем россказням очевидцев в кавычках, всем пугающим предсказателям. Я категорически отказываюсь расценивать события последних трех месяцев в Германии с точки зрения немецких евреев, урезанных в их публичной правоспособности. О как. И в связи с этим пострадавших материально или даже покинувших страну. О, блин, а я решительно отказываюсь оценивать события 17-21 годов с точки зрения вот этих российской буржуазии и помещиков, хотя они даже пострадали материально и даже некоторым покинуть страну. Так. А вот ты понимаешь их душевное состояние? Потому что Ильин пишет: я понимаю их душевное состояние, но не могу превратить его в критерий добра и зла. Особенность при оценке и изучении таких явлений мирового значения, как германский национал-социализм. О, я тоже могу понять душевное состояние этих буржуев и помещиков. Но отказываюсь, да, превращать его в критерий добра и зла. Извините, вам было плохо. Это не значит, что всем плохо. Что Ильин очень правильно говорит. Ну, какой молодец. Я отказываюсь судить о движении германского национал-социализма по тем эксцессам борьбы, отдельным столкновениям или временным преувеличениям, которые выдвигаются и подчеркиваются его врагами. Смотри-ка ты, а вот для того, чтобы... Эксцессы, а Нюрнбергские законы – это что? Отдельные эксцессы борьбы. Это эксцесс? Эксцессы борьбы. Ну, слушай, на самом деле, для того, чтобы бить, так сказать, в публичных выступлениях своих оппонентов лозунгами, прям можно брать, вот менять местами некоторые названия. Очень, по-моему, все четко. Да, отлично. Что сделал Гитлер? Ну, и Муссолини, конечно, сейчас про Гитлера. Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европы. Европе. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию, европейской культуре дана отсрочка. Вот так вот. В данном случае Муссолини, Гитлер и, забегая вперед, открывая некоторые тайны, скажу еще и Петр Александрович Врангель, которого Ильин был большим фанатом. То есть белое дело, это все вместе белое дело. Это одно и то же явление по Ильину. Да, и по факту примерно одно и то же оно и есть, если так подумать. А чего при Врангеле вот при этом было как неограниченная террористическая диктатура? Она и была. Именно. А чего? Так, финансового капитала. Финансового капитала, и да, и он из всяких зарубежных партнеров там того же финансового капитала. Так что все правильно. Да. Вот. Ну и тут, конечно, Ильин высказывается очередной раз, повторяя эти самые письма о фашизме, что национал-социализм, он националистичен, он за нацию, и это хорошо и правильно, но он определяет нацию как нормальный монархист через религиозную принадлежность в первую очередь. Ну а как иначе-то, собственно говоря? Поэтому так как это все через религию, оно от Бога, а поэтому белодельцы русские были куда более нравственны. А нравственное чувство, как мы помним, оно естественно. А нравственные они были. Тут Шульгина бы хорошо процитировать.
Только я забыл, как работа называлась. Помню, ты... Нет, это Тараковский, конец белого движения. Шульгин, конец... который упертый там монархист и т.д. и т.п. Я тебе тогда еще к Крыму присылал, да. Помнишь? Цитатку. Что, говорит, что в разбойников превратились белый рыцарь? Он тоже там начал, что вот сначала, типа, вот это, конечно, были рыцари. Но вот на момент, там, типа, 21-го года, это просто ватага разбойников была, которые не гнушались у мужика там в крестьянском доме по сундукам даже лазить. Причем какие-то там эти столбовые все дворяне, графья, князья. И ходить потом бравировать, что откуда полушубок, говорит, взял. А Шульгин пишет с ужасом, а он, говорит, ерничает когда от благодарного населения. Это, говорит, сарказм. Это смешно, потому что население на самом деле ни разу не благодарное. Вот. Что-то я не понял. А Илин, как будто они до сих пор рыцари. А видишь ли, это все от того, что они все понимали явление идеалистически, в том числе и запредельно ненаучно-романтически. То есть, когда говорят «рыцари», я всю жизнь, вот всю сознательную жизнь занимаюсь изучением европейского настоящего рыцарства. Так я могу сказать, что вам бы не захотелось общаться с настоящими рыцарями. Вот я думаю, что ни в коем случае. Это, прямо скажем, люди были не те, с которым нормальные современные люди могли бы ужиться в одном помещении. Да, конечно, когда мы имеем в виду самую высшую аристократию, там были, прямо скажем, люди по средневековым, конечно, меркам, но, тем не менее, очень высоконравственные, страшно образованные при этом, очень благородные и культурные. Ну, опять же, со скидкой на то, что это было там 500, 600, 700 лет назад, но, тем не менее... Насколько тогда можно было вообще быть культурным? Вот. В общем, ну как, это то, что мы, по крайней мере, можем понять, принять, даже восхищаться местами. Но это же было даже не 1%. Это было натурально некоторые представители, потому что основная масса рыцарства, она вот и была точно такая, то есть что... Лазали по сундукам. Да, 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 это от благодарного населения, сообщали они. Да, вот у нас Ильин пишет, оправдывая национал-социализм. Дух национал-социализма не сводится к расизму. Опять же, расизм в кавычках. Хорошо. Не, хорошее замечание, между прочим, молодец, Ильин, действительно. Не только к нему он сводится. Дело 16-е. Да. Он не сводится и к отрицанию. Ну, понятно, большевизма. Он выдвигает положительные творческие задачи. И эти творческие задачи стоят перед всеми народами. Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас. Заранее освистывать чужие попытки и злорадствовать от их предчувствуемой неудачи неумно и неблагородно. И разве не клеветали на белое движение? Разве не обвиняли его? Кавычки открываются. В погромах. Кавычки закрываются. Шульгин обвинял, я помню. Прям пишет, говорит, это, иду там по какому-то там разоренному поселку и смотрю, вот белый рыцарь, блин, навстречу идет, укокаиненный в усмерть. Говорит, это, я говорит, его спрашиваю, что тут делаешь? Он говорит, это, жида ищу, ты не видел? Говорит, а что он сделал-то? Говорит, как что он сделал? Жить же. Родился. Ну, вот такие вот рыцари замечательные. А вот дальше интересно. Погромы, да, в кавычках. А дальше интересно вообще. Слушай. И вы тоже слушайте. Разве не клеветали на Муссолини? И что же? Разве Муссолини и Врангель стали от этого меньше? Или, может быть, европейское общественное мнение чувствует себя призванным мешать всякой реальной борьбе с коммунизмом, очистительной и творческой, и ищет для этого только удобного предлога? Но тогда нам надо и это иметь в виду. Вот ты посмотри, как человек прям вот что хорошо, все-таки это великая вещь. Свобода слова. Дайте всем высказаться. Они вам все, что есть на душе, сами все расскажут. Ильин, вот жалко, у него не было Фейсбука или Контактика. Он бы каждый день мог такое публиковать. Я уверен, публиковал бы. И лайков бы собирал. Да. Много множество.
Просто это ж класс, потому что, посмотрите, Гитлер, Муссолини, Врангель. К сожалению, у него в работодателях не было Деникина, например. Интересно, чтобы он по этому поводу написал. Или Колчака. Так-то мы понимаем, что, в общем-то, люди это ровно одинаковые, ну там, за исключением занимались примерно физиономических различий. Задачи у них примерно одни и те же были: загнать восставшее быдло обратно в стойло. И посмотреть дальше, что получится. Да. Ну, в общем, мы понимаем, да, то есть не нужно специально объяснять, что Ильин был противником всякой демократии и партийности. Это прямо для него кровный враг. Хотя, опять же, повторюсь, ну человек же просто конкретно буржуазный идеолог. А буржуазность — это по определению всегда форма демократии, кроме случаев фашизма. Правильно. А вот конкретно для Ильина идеал — это солидаризм. То есть вот как раз это важнейший. Ну, конечно, вряд ли качество, но да, это именно признак хорошей фашизма. То есть солидаризм вне сословных, вне классовых различий. При этом, при сохранении чувства ранга. То есть, конечно, различий-то нет, но чувство ранга есть. А все должны быть при этом солидарны. Ну, то есть, понятно, Ильин открыто призывает именно к диктатуре. То есть все едины под каким-то диктатором. Собственно, чья диктатура могла бы быть с точки зрения Ильина и вообще при Ильине? Ну, вполне очевидно, естественным образом положенных неких господ, буржуазии или дворян. Так, как ты верно заметил, в 20-е годы 20 века с дворянской гегемонией известные проблемы уже дорисовались, то диктатура могла быть только одна. А конкретно финансового капитала, потому что больше финансового капитала силы в то время не было, да и теперь нет. Это самое главное была вообще мощь, которая имелась в мире. Да, кроме нее то есть пролетариат, а диктатуру пролетариата нет, это категорически не оставить. Ильину. То есть диктатура вообще норм, но не пролетариат. Нет, это нет, ни нет. В коем случае. Нет. Ну, все чувство ранга тогда связано с этим. Оно же будет перевернуто с ног на голову, вот так не готово так поступать. И вот по Ильину фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру. Здоровые чувства, и всякие здоровые вещи делали. Мне и просто вот интересно, чувству. Они здоровость-то, вот кто бы мне вот сейчас мне, я по телевизору слышу два раза в день минимум, и читаю, наверное, еще столько же про здоровый патриотизм, что это такое. Знаешь? А это, походу, вот, насколько я понимаю, его хотят уже в ранг естественных этих признаков человека ввести. То есть, если у тебя его нет, мол, значит, бракованный ты. Ну, это, конечно, да. Просто я хочу каких-то критериев здоровости патриотизма. Во-первых, критериев патриотизма. А во-вторых, критериев здоровости. Потому что наш поклонник Ильина ВВ очередной раз же заявил, что национальная идея России должна быть патриотизм. Блин, я хочу понять, что вы имеете в виду. Вот конкретно пункт 1, пункт 2, пункт 5. Что такое патриотизм? Ну и дальше неплохо бы мне, чтобы сообщили, что такое здоровый. Критерии здоровья патриотизма какие? Это бывает еще, видать, нездоровый. Нет, бывает нездоровый. Ну, понятно, например, какой-нибудь там РНЕ – это явно нездоровый патриотизм. А может и здоровый, я же не знаю. Я не знаю, они православные? Да. Вот, ну, так значит, по умолчанию у них все здоровое. За что не возьмись. Да, так в общем, да, Ильин при этом, посмотрите, Ильин, он прямо обличает буржуазную демократию. Потому что буржуазная демократия – это очень плохо. Потому что вот это мне очень нравится. Опять же, Ильин тему знал изнутри. Полезно иногда его читать. И вот в сборнике статей «Наши задачи» – их прям много. Они выходили с 1948 аж на по 54 год. Вот он там прямо говорит, что буржуазная демократия – это на самом деле демократическая диктатура. А, уж ничего себе.
Вот. И это категорически неправильно, потому что диктатура толпы является ущербной, она не может решать конкретные задачи. Но выход, понятно, это личная диктатура. Конечно. Когда кто-то отвечает за то, что происходит. Кто-то, кто Ильину нравится. Да. Не подлежит никакому сомнению, что Россия сможет возродиться и расцвести только тогда, когда в это дело вольется русская народная сила в ее лучших персональных представителях. Ага. Эту ставку на свободную и благую силу русского народа должен сделать будущий диктатор. Сократить период самочинной мести, бесчинной расправы и соответствующего нового разрушения сможет только национальная диктатура, опирающаяся на верные войсковые части и быстро выделяющаяся из народа наверх кадр трезвых честных патриотов. А пьяных и нечестных патриотов, стало быть, нам не надо. Их под ковер. Да. Ну, в общем, при таком-то подходе нет ничего удивительного, что как только при РОВСе вот второй отдел появился во главе с генералом фон Лампе, то есть, когда было налажено сотрудничество с прямо нацистской властью, Ильин вот прямо конкретно... Прыжечку туда прискакал. Да. Конкретно туда прискакал, правильно. И он идеологически обосновывал участие бойцов РОВС в советско-финском конфликте, естественно, на стороне Финляндии. Он прямо сотрудничал с РОА генерала Власова. То есть, во всю движуху. Вот 39-го, со всеми здоровыми патриотами. Вообще короче, вместе какие, он, какие были. Он вписался от и до. Угу. И особенно, конечно... Занятно это слушать его это разочарование. Правда, я немножко ошибся. Не в 46-м, аж в 48-м году. Он аж 3 года думал. Вот как он разочаровался в нацизме. То есть, при том, что он конкретно вот с 39-го года по 45-й с ним активно сотрудничал напрямую, а там с 26-го и 33-го с фашистами и с нацистами в Германии просто они ему очень нравились. А тот, кто нравились, он просто с ними стал сотрудничать. Ну да, правда, в конце концов, он должен был в Швейцарию уехать, потому что он же какой-то был слишком русский националист, а Гитлер вдруг сообразил, что русский националист – это не очень хорошо. Он должен быть немецкий националист. Не, ну, естественно, блин, русский националист, он естественный противник немецкого-то вообще-то националиста-то. Ну, а это же неизбежно. Так что... Вот. Его, правда, не тронули, но ему пришлось уезжать в Швейцарию. И, правда, он оттуда все равно сотрудничал с РОВСом, с РОА, какая разница. Ну, так нет, а так даже лучше еще сотрудничать. С одной стороны, ты вроде как сотрудничаешь, а с другой стороны, ты вроде как от них пострадавший. Ну, так да. Что ты при любых раскладах ты будешь в плюсе. Конечно. Да, да. Нельзя отказать ему в изворотливости. И вот настоящий философ. Настоящий. И вот он как раз пишет о фашизме статейку. Она очень небольшая, но очень интересная. Когда Гитлер завопил против коммунизма, многие русские поверили ему. Наивные русские эмигранты, это, видимо, Ильин тоже, ждали от Гитлера быстрого разгрома коммунистов и освобождения России. А быстро не получилось. Вот какая беда. Нет, и самое главное, что... Возились чего-то. Там вообще эти разговоры про спасение России, они, по-моему, только в 43-м, что ли, начались. А до этого прям говорили, что какое нахрен спасение вообще от кого? Мы за колониями туда идем-то. Вы что, недочеловеки долбаные? Кстати, в моем кампе это было прям написано про это. Ну да. Они рассуждали так. Враг моего врага – мой естественный единомышленник и союзник. На самом же деле... Враг моего врага может быть и моим беспощадным врагом. А-а-а. О, как оказалось. Поэтому трезвые... А они как-то проявляли свою враждебность по отношению к Адольфу Алоизе? Ну как, когда все стало плохо, РОА предложил напасть в Чехословакии на нацистов с тылу. А-а-а. Помочь, так сказать, братушкам. То есть, в 45-м разобрались. Да, доперли наконец. Поэтому трезвые русские патриоты... не должны были делать себе иллюзий. Цель Германии была совсем не в том, чтобы освободить мир от коммунистов, и даже не в том, чтобы присоединить восточные страны, но в том, чтобы обезлюдить важнейшие области России вот таким капслоком и заселить их немцами. Вот ты прикинь, когда человек допёртов в 48-м году. А он своей этой апологетикой не способствовал укоренению иллюзий-то
среди патриотов. Так он русских. Напрямую способствовал. Так вот я и говорю, уж это, а теперь он как будто не при делах был. И его тоже фондом. И его подмануло. Что же подмануло. Это? Мы такие наивные были. Ой. Да, это уже с высшим образованием и ученой степенью, и сколькими там годами практики, прочитав все программные документы, и даже пронаблюдав, что делают нацисты, и фашисты тоже вместе. Нет, он... У него даже не, ничего... даже не сказал, что меня терзают смутные сомнения. Да, ничего не терзало его до 48-го года. Точно ли они собираются спасать Россию? Точно ли они просто против коммунистов? Да. Вот сейчас они коммунистов того, а нас на их место поставят. Да, отлично. Отличный план, кстати говоря. Очень здравый. Так же всегда и бывает, да. Когда кто-то победит, он обязательно какого-то левого Васю берет и сажает. Ваню. Да, и Ваню в данном случае. А вот после Нюрнберга Ильин писал так. Выступая против левого тоталитаризма, фашизм был далее прав, поскольку искал справедливых социально-политических реформ. Эти поиски могли бы быть удачны, но и неудачны. Разрешать такие проблемы трудно. И первые попытки могли не иметь успеха. Но встретить волну социалистического психоза социальными и, следовательно, противосоциалистическими мерами было необходимо. То есть, ну видишь? То есть, ну как не построишь Бухенвальд? Когда вокруг социалисты. Да, вокруг социалисты. Как их не начать в топку-то кидать? Ну, честное слово. Непонятно, да. Непонятно. Я даже сразу вспоминаю очередной... Да. Я сразу вспоминаю очередной раз один очень хороший фантастический фильм, а именно «Вотчмен», «Хранители», которые у нас перевели. Там, где в самом, ну, более-менее в самом начале сидит отставной супергерой ночной филин, и с ним новый супергерой ночной филин, не действующий, они выпивают. И там что-то по радио происходит, что-то говорят, там Никсон на четвертый срок избрался. Кстати говоря, тогда еще не знали, что у нас Путин на четвертый срок изберется, когда этот фильм снимали. Получилось смешно. Короче говоря, сидят, значит, два супергероя, молодой и старый, и говорят, Никсон-то оказался полным говном, ну просто вообще невероятным, чтобы он сдох. И ведь мы за него голосовали. Говорит, ну ты же помнишь, что там было за время. Выбор-то был или Никсон, или коммуняки. А коммуняки, понятно, еще то хуже. То есть... Все, что угодно, только чтобы не коммуняки. Очень, да, очень хорошо. Очень хорошая позиция. Да. Ильин, что характерно, распространял среди своих единомышленников некие сочинения, которые прямо были под грифом «Только для внимания единомышленников». И он там прямо писал, что не исключает возрождение нацизма. И более того, было бы неплохо, но он предупреждал, чтобы прекратили использовать термины. Ну да. Фашизм, нацизм и все, что с ними связано, просто потому, что это слишком вызывающе в новом контексте. Это, палевно, да, 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 да. Ну вот, короче говоря, если так подвести некую черту, то современный возврат философии Ильина и самого Ильина как фигуры в публичное поле и как что уж там кривляться. Публичную риторику властей Российской Федерации, это какой-то... Первых лиц, в том числе. Это какой-то, начиная с первых лиц, это какой-то симптом такой, на мой взгляд, очень дерьмовый. Ну, поправение, чё. Я смотрю, потому что действительно всполохи вот этой дикой жадности, они в нашем народе да. опять появляются, бастовать опять начали, ходить что-то требовать. Ну, профсоюзы какие-то независимые. Чувства ранга у них никакого нет. Не хотят слушаться, да, какие-то профсоюзы заводят, а где профсоюз, там и социалисты, а где социалисты, там понятно, что. То есть, полевение в стране. Да, ну, этот социалистический психоз назревает, а это доктора, соответственно, психиатры, они нас будут лечить православием. При этом, как ты понимаешь, как, наверное, все понимают, у нас в стране прямо цитировать Майн Кампф и доктрину фашизма вообще никак нельзя, потому что это просто никто вообще не поймет, даже среди тех, кто будет, собственно, лечение-то вручную проводить. Но это ни бойцы Национальной гвардии не поймут, ни военные не поймут, ни милиция не поймет, точнее, полиция. Никто не поймет. Поэтому что-то цитировать надо. А вот тебе, пожалуйста, ни Майн Кампф никакой. Да, это более-менее. Вот более того,
Белый рыцарь. Угу. Вот правда, Белый рыцарь качественно не отличается ни от Розенберга, ни от Геббельса, ни от Габриэля Д'Ануцио, ни даже от Леона де Греля. То есть, вот ни от кого из вышеперечисленных, я так получилось, внимательно читал всех вышеперечисленных, у них фамилии какие-то другие, выражаются, кто более кучеряво, кто менее кучеряво, кто более понятно, кто менее понятно. Они пишут, но все одно и то же. Быдло стоило. Да, быдло стоило. Вкратце, наверное. Так философию сформулировать. Вот. И при этом, конечно, очень смешно смотреть, как наши эти власть придержащие одновременно одной рукой гладят, значит, по холке Ивана Ильина, а другой рукой шлепают Бендеру, там Евгения Коновальца и прочих-прочих. Да, что-то не это непонятно. Чем, извините, Бандера-то хуже. Непонятно, потому что вот у нас это есть конкретно медицинский факт. Ильин – это прямой нацистский коллаборант. Да. Вот прямой нацистский коллаборант. Он только, в отличие от Бендеры, в курортных условиях в концлагере не сидел. Да. Вот. В отличие от Краснова, не переодевался прям в мундир. Ну, он вообще на фронте не был. Ну, какая разница? Он больше по идеологической части. Он по идеологическому фронту, так точно. Вот, то есть, я вообще не понимаю, вот конкретно, чем отличается Ильин, которого вы цитируете, от Бандеры? Ну, только этот был конкретно за русских, а Бандера конкретно за украинцев. Вот, видимо, этим он и хуже. Вот, видимо, да, этим-то он, видимо, и хуже. Вот, а так-то я Ильина мог бы... Ну, как-то, не знаю, определить, не определить. Ну, в общем, наверное, название ему некое, термин придумать... Монархический фашизм. Вот что он проповедовал. Не, ну да, если есть, если, значит, военно-феодальный империализм, может быть, то вот... Монархический фашизм. Отличается, значит, он от просто фашизма. Монархической риторикой. Ну, господ... Которая по большей части риторика, потому что, опять же, когда он это писал, было понятно, что никакой монархии уже не будет. Значит, это просто... Назвать-то так... можно и монархом кого угодно, не вопрос. Ну, для этого самого. Для ностальгии, значит. Да. Что он там? В Дании, пожалуйста, вам есть монарх, в Британии есть монарх, в Испании есть монарх, в Бельгии есть монарх, не знаю, в Сиаме есть монарх, да много где. В Японии есть монарх, но они же нигде ничем не управляют фактически. Почему у нас президент не обозвать монархом? Что изменится? Вполне. Более того, у нас сейчас у Владимира Владимировича реальных полномочий больше, чем у Николая Александровича. Вот реально. Ну, даже так. Ну, я, в общем, в основном все, что хотел процитировать, процитировал. Да, что, та же фигня, я все, что хотел прокомментировать, прокомментировал. То есть, да. Вот у нас есть такой философ, ему очень красивые памятники ставят, очень любит цитировать. Владимир Владимирович ему цветочки на могилку там носил, возлагал, так на точно. Коленках ползал. Так точно, да. И не только он. Да. Уж не знаю, чья это идея. Я вообще, честно говоря, уверен, что, скорее всего, Владимир Владимирович человек занятой, и, скорее всего, он Ильина вообще не читал. Такое у меня есть стойкое ощущение. Он просто не в курсе, кого он там цитирует. Но кто-то же ему пишет эти речи. Он-то сам, естественно, как сам признавался, не пишет себе речи, он их только зачитывает. Ну, хоть зачитывает их перед тем, как на публику это вещать. Вот это я не готов. Вот не готов доложить, не в курсе. Интересно. Вот и мне интересно. Но факт в том, что у нас, как опять же, умный человек Ильин отмечал, есть полевение, а на полевение власть придержащие реагируют в рамках закона единства и борьбы противоположностей. Реагировать можно в современных условиях, ну, не дворянской же реакцией. Реагируют буржуазной реакцией, а буржуазная реакция, она имеет в своем крайнем векторе воплощение в виде фашизма. А Ильин, что характерно, мне пришло в голову, он же мостик как бы перекинул между вот реакцией монархической и реакцией буржуазной. Да. Вот чем он ценный там. Да. Вот чем его заслуга. В серединке мы об этом как раз говорили. Да. Видно, чтобы вот перейти быстренько от одного к другому. Риторика у него для этого вся есть необходимая. Ну, вот. То есть, с одной стороны, да, буржуазный идиот. И с другой стороны, он эту буржуазную реакцию, у нас-то как бы капитализма-то еще не было продолжительное время. Вот. А Ильин как бы своим этим монархизмом
Он как бы современных реакционеров дает им корни, да, и глубокие. Фундамент. Что мы из России, которую мы потеряли, ведем свои... Из глубинного народа, который сдал чувство ранга. Во-во-во, глубинный народ. Точно. Фух, разобрались. Претерпеваем, товарищи, ради вас. Читать это все тяжело. Во-первых... Одно хуже другого. Не Солж, так и Ильин. Во-первых, просто тяжело. А во-вторых, блин, вот посмотришь на современную реальность за окном, которая, как писал Ильин, действительнее самой действительности, и страшно делается. Блин, надеюсь, в новом году все-таки все будет гораздо лучше. Спасибо. Ни за что. На сегодня все. С подступающим. Всем пока.